Абакан федеральные деньги не только освоил, но еще и сэкономил. 68 миллионов рублей удалось сберечь на строительстве нового лицея на 1000 мест. Это не значит, что деньги не успели потратить. Наоборот, хорошо и вовремя отыграли конкурсы и вели все работы строго по графику, пояснил глава строительного департамента Алексей Лемин. Сэкономленные деньги отправили назад в Москву. Федеральный центр сам решает, кому направить неиспользованные средства в таких случаях. Но депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова считает правильным вернуть деньги в республику и таким образом поощрить мэра за экономию. Министерство просвещения России Максимову поддержало, и сейчас соглашение проходит процедуру подписания. 68 миллионов, по словам главы строительного департамента, город потратит на покупку оборудования для нового лицея. На оснащение школы пришлось бы тратить деньги абаканского бюджета, а так, учитывая экономии, удастся распределить их на еще что-то полезное для города. А новый лицей откроется уже этой осенью.